Ксюша со мной не разговаривает. Ты так и будешь со мной не разговаривать? Ножницы воткнула себе в руку сама. Вау. Так вот. Пугалась, я такая посмотрела, ну откуда там бакс? Всем привет, доброе утро. Всем привет. С чего начинается утро? Со слайма. Что там такое, растаял? Надо потихонечку трогать пальчиком, а не всю сразу руку сувать. Он уже давно лежит же, его никто не трогает. Все, иди мой теперь руки. Не растягивай. Сейчас весь стол будет. У меня здесь нет активатора. Он там далеко. Теперь стол в слайме. Кстати, у тебя там руки как? Вчера Ксюша клеем хотела сделать этот... Ксюшка хотела в ТикТоке снять видео, когда они в кран... Ой, когда они в кран клей заливают. А потом включают воду и надувают такие пузырики. Залила она вот что. В общем, клей непонятно какой. И этот клей у нее приклеился к рукам, к пальцам. Отклеился уже? Вчера все пальцы у нее были в этом клею. Там же определенный клей какой-то, а не всякий. А если бы пальцы приклеились вот так вот все в кучку, что бы делала? Кричала бы, да? И так вчера плакала, сидела, не могла никак очистить. Все, теперь поняла, да? Что делать так не надо? Нет. Нет? Вот всякую ерунду всякой ерунды насмотритесь, а потом повторяете. В кран залить клей. Это вообще. Кстати, я сейчас загружаю это видео. 24 часа там какого-то цвета определенного вы кушали. Это загружаю видео. Все, садимся завтракать. Мак, ты зачем стаканы меняешь? А? Ты зачем меняешь стаканы, я понять не могу. Пока Каролина не видит. А? Кушай яичницу. Ксюша со мной не разговаривает. Ты так и будешь со мной не разговаривать? Порезалась. Где ты порезалась? Чем ты порезалась? Там эти цветные бумажки... Угу. Я хотела их в коробку засунуть, потом что-то у меня здесь уколило. Надо посмотреть, что там. Угу. Она что-то наткнулась, наверное. Я, кстати, себе недавно руку поранила. Ножницы воткнула себе в руку сама. Открывала коробку. Пришла к нам посылка, большая коробка. И она вся была обмотана скотчем. Ножницы между скотчем и, короче, в общем, хотела вот так вот прорезать. Вот так вот воткнула и хотела прорезать. И, в общем, ножницы слетели и мне воткнулись прям в руку. Ну, хорошо так воткнулись. У меня прям там разрезы были. Не просто дырочки, а разрезы. И в первый день отнималась даже рука, пальцы не могла шевелить вот так вот. Ну, плохо чувствовала, она у меня как-то заснула. Уснула рука, в общем, испугалась, думала, там какое-то заражение. Ну, по-любому-то инфекция попала, потому что ножницы, они же у нас по всей квартире ходили, где только ими не резали, чего только им не резали. Поэтому 100% там они были грязные, ну, в общем, зажило, уже все хорошо. Кушайте давайте. Ребята просят сделать неделю челлендж, ой, неделю. Ребята просят снять неделю влогов. Угу. Хорошо, снимем неделю влогов. Всё. У нас в четверг. Мы в четверг, скорее всего, в четверг. Я надеюсь, что папа отпросится с работы. Мы в четверг пойдем на карнавал. Каролина, ты в каком костюмчике пойдешь? На карнавал в чем пойдешь? Жирафиком или единорогом? А? Юникорн. Хорошо. А мы с Максом, значит, пойдем жирафиками, да? А папа, наверное, не захочет. А если папа будет работать, то мы тогда не пойдем. Потому что я с вами с четырьмя. Ты со мной будешь жирафиком? И мама будет жирафик, и ты, да? Хорошо? Ну, жирафиком пойдем. У меня тоже костюм есть жирафа. Ксюша пылесосит.
Это вчера делали видео в лайк, рассыпали сердечки. Весь пол в сердечках. Что, найти не можешь? Где Ксюша? Где Ксюша? Давай ищи быстрей. Да. Нагулялись? Да. Сейчас мы поужинаем. Хотела сказать это. Да, конечно, на улицу пойдете. Темно уже, посмотри. Уже стемнело. Макс, Каролина к бабушке ушли наверх. Тишина такая сразу. Мне нравится, когда Макс и Каролина не идут. Что у тебя опять с руками? Опять покраснели. У меня нет. Смотри, что у тебя опять. У тебя тоже же было, вот у Ксюшки тоже, смотри, у тебя тоже сухая, вон видно, красная. На косточках. Витаминчиков не хватает. Ногти-то сотри свои, страшные уже облезли. Все. Тут покушаешь, сотрешь. Какие витаминов нету? Витаминов. Нужно витамины кушать. Какие? Фрукты, овощи. Вот видишь, брокколи ты сейчас кушаешь, вот ты кушай брокколи. Я не кушаю брокколи. Кушай. Сальмон тоже полезный. Кстати, ребят, читала комментарий под этим, под челленджем, там, где у тебя розовый цвет, а у тебя красный. И ребята писали, что, ну, что им жалко Маргариту, что у нее одежды меньше, что одежды ей меньше купили, что красный цвет ей не попался. В общем, ребят, конечно же, мы потом ей докупили после челленджа, когда челлендж уже засняли, уже все закончилось. Мы поехали, докупили ей одежду, поэтому у девочек все поровну. Лежит. Да, у девочек все поровну, мы никого не обделили. И, кстати, Маргарита не захотела купить этот кугируми, или как он называется, кигуруми, единорога. Мы тебе предлагали, возьми, ты не захотела, да, вот этот костюм, который у Ксюшки. Потому что ребята тоже спрашивают, говорят, почему Маргарите не купили такой же. Маргарита не захотела. А потом, когда мы уже домой приехали, она сказала, да, я такой тоже хочу. А теперь я не знаю, когда мы туда вернемся. Я хочу другой. Я хочу все костюмы. Не знаю, там было очень много, там была панда, там кто еще, Мишка, не знаю. Да, с мультфильма, там кто-то такой синий. В общем, Маргарита сама отказалась. Мы ей предлагали, она отказалась. Она не захотела, поэтому никто ее не обделял. Купили мы Маргариты ботосы тоже. Я еще другие ботосы хотела, но они стоили 119, да? Даже если мы покупаем что-то Маргарите Ксюше, мы сразу же покупаем и Максу Каролине. Поэтому у нас все. Никого не обделяем. Что ты ей делаешь? Татушки. Я тоже хочу такую. Окей. Какую? Тут есть много формочек. А у нее бабочка была, я хочу бабочку. Да, хорошо. Бабочка где-то тут внутри. А сидя за мной я кинула. Ох, больно, что ли? Только 40 юнит список. Вау. Так вот. Прикольно. Ну-ка покажи. Если ты аккуратно снимаешь, то тогда можно еще раз. Чтобы она не порвалась. Да. Карбонат умою. Клеем намазать. Клеем намазать. El cuerpo se pone ácido, se mueren las células, se transforman en cáncer. Pero eso está comprobado, por eso... Мне кажется, она быстро подсохнет. Ни доктор, ни медик не делает пропаганду. Получается? Что случилось? Что такое? Отклеивается. Не понимаю, почему, Карлина, получается, у меня и у тебя нет. Не знаю. Давай. Бабочка без усиков, ну ничего страшного. Просто хоть получись ты, звездочка. Ура! Получилось. Дай свой кусок! Давай сюда. Тиша, включи эту музыку.
Нет, ты мне дай свой. Марго, что ты делаешь? Марго! Теперь вставай. Вставай теперь и отковыривай это. Нам еще слайма на потолке не хватало. Маргарита, ну надо было вот это вот закидывать на потолок слайм. Папе иди расскажи теперь. Нет, нет. Малео, вен рапидо. Quem foi? Mami! Ah, mami! Limpia esse pobre que queria água aí. Mami! Подкинь еще раз. Давай. Папа! Не, не прилетело. Что, к стене прилетело? Не, не прилетело. Вот. Давай. Кто? Кот в пальто. Все, ложитесь спать. Найди мне пижаму. Ты уже в пижаме. Она... Что ты кидаешь? Она Лего. Все, спать. Или там, где фильм. Так, все, девочки, давайте, день закончился. Так. Все, ложись уже. Ксения. Ладно, все. Я ушла, давайте. Сидит. Вот, смотри. Я реально испугалась. Я такая посмотрела, откуда там Бакс. Он так похож, только у него глазки вот эти вот черненькие, а у Бакса голубенькие. Ну-ка, посади его. Похоже. Братья-близнецы. Да? Я же испугалась. Думала, почему у тебя Бакс на кровати сидит? Все, пока. Мама! А. Мама, я ничего не вижу. Что сказать папе? Мама, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Да тебе не надо видеть, Ксюш. Тебе спать надо. Закрой глаза. Спать. Закрыть глазки, спать. Все, спокойной ночи. Давай, все, я вас люблю. Пока-пока. Закрыть? Вот так берешь и закрываешь. Да. Все, пока.